songs. Перекричите вы друг друга, и бессмысленно это. Абсолютно, мы все вместе. А с недавних пор уже целых 2 года, и Крым с нами. Все верно, все верно. А сейчас, вот, ну, в первую очередь я хотел как раз обратиться к ребятам, кто был там на «Гражданин Подмосковья» в Егорьевском районе. Полюбившаяся команда. Ну, ребята тогда просто, ну, действительно порвали сцену. Друзья, встречайте, много-много аплодисментов. Группа Ярополк на сцене. Аплодисменты. Специально для вас. Всем привет, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас сегодня на этом потрясающем празднике. Ведь 2 года с того момента, как Крым вошел в состав Российской Федерации. Поаплодируем, Россия! И песня наша будет называться «Гимн свободы, Россия моя». Поехали! Слава России! Моя Россия, давай поговорим спокойно. Ведь только наболело, что хочется быть волком. А ты невозмутимо, с холодной головой. Не замечаешь всех проблем, живя своей судьбой. Скажи, родная, как можно оставаться сильной? Слава России, эта страна непобедима! Свобода, Россия моя! Сила духа, святая земля! Хоть на зоны, реки, поля! В каждом сердце ты греешь меня! Гимн свободы, Россия моя! Сила духа, святая земля! Сквозь просторы, реки, поля! В каждом сердце ты греешь меня! Для меня всех роднее крылатая, и прекраснее нету России. Твой народ, твоя вера, за правду мы, белым снегом покрыты зимы. Моя Россия! Ура! Праздника! Большое спасибо, дорогие друзья! Еще раз всех с праздником и до новых встреч!